ярмарку вакансий организуют в Новополоцке в четверг, 25 апреля. Площадка объединит все актуальные на сегодняшний день вакансии на рынке труда города. Специалисты проведут для посетителей консультации по вопросам оказания содействия в трудоустройстве, вопросам организации самостоятельной занятости безработными. В том числе здесь можно будет получить полную информацию по вопросам предоставления субсидий для организации собственного дела. Ярмарка вакансий будет работать на базе городского центра культуры 25 апреля с 10 до 13 часов.